Какашка – это не только обычный продукт пищеварения, но и символ нашего времени. В нашем мире, где все больше и больше людей страдают от стресса, депрессии и аллергий, какашка стала своего рода супергероем. Какашка помогает нам понимать, что здоровый пищеварительный процесс – это ключ к нашему здоровью и благополучию. Она напоминает нам о том, что мы должны заботиться о своем организме, правильно питаться, употреблять достаточное количество воды и физически активны. Кроме того, какашка стала символом борьбы за чистоту окружающей среды. Разделяйте мусор, экономьте воду и энергию, используйте перерабатываемые материалы, все это важно для сохранения нашей планеты здоровой и жизнеспособной. Так что давайте относиться к какашке с уважением и пониманием, ведь она является символом здоровья и экологической ответственности.